Муниципальная баскетбольная дружина «Чебоксарские ястребы» завершила выступление во втором дивизионе Суперлиги российского чемпионата по баскетболу. Уступив в четвертьфинале «Строителю» из Энгельса, наши ребята отправились в Ярославль, чтобы побороться за 5-8 места в табеле о рангах. Вячеслав Ильин о том, почему взлет вверх так и не удался. В прошлом году команда завершила сезон высшей лиги чемпионата России на 9-й строчке. Понятно, что с переходом в Суперлигу и усилением состава задача была поставлена из разряда заоблачных – пробиться в элиту. И на старте муниципалы показали – команде по силам ее решить. Но чем дальше в лес, тем страшнее. Окончание чемпионата явно не удалось. То ли накопилась усталость, то ли сами игроки решили не торопиться. В итоге из 20 игр второй половины мы сумели записать в плюс лишь 9. Причем спотыкались мы на тех командах, которые в начале чемпионата обыгрывали на их же площадках. Нарыв скрылся в концовке. Расслабленно мы уступили во всех трех играх. Счет озвучивать стыдно, однако профессиональная этика заставляет это сделать. Итак, ястребы «Буревестник» 65-83. Ястребы «Тамбов» 62-75. Ястребы «Динамо» Челябинск 72-83. В итоге 8 место. Причем, анализируя протоколы матчей, выяснилась интересная деталь. Минус в нашей команде сыграли варяги. Дмитрий Харудинов 3 очка за 3 игры. Максим Кожарин 5 очков. Мастер спорта и Евгений Чебаненко 4 очка за весь турнир. И это при том, что воспитанники местной спортшколы, такие как братья Богдана, на двоих набрали в играх 70 очков. Разыгрывающий Павел Кольцов 35. У команды была, в принципе, мотивация. Была обещана хорошая премиальная, если команда займет 5-е место. Но что-то не получилось, и в основном не получилось у приезжих игроков. Надежды не оправдали. Два мастера спорта – это Антон Ланчаков и Евгений Чебаненко. Это самое худшее приобретение в этом сезоне для команды. Если Антон Ланчаков до Нового года показывал хорошую, высококлассную игру, то после Нового года его вообще он находился в тени и не вел команду за собой. То же самое могу сказать о других приезжих игроках. Кроме Артема Пугачева, нормально никто не сыграл. Срок действия контрактов с игроками заканчивается 1 мая. Но прежде чем уйти в отпуск, муниципальная дружина проведет мастер-классы с учащимися столичных школ. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.